Эта карета скорой помощи сегодня выступила в роли подсадной утки. С ее помощью полицейские выявляли водителей, нарушающих одно из правил дорожного движения – предоставление дороги спецмашинам со включенными световыми и звуковыми сигналами. За полчаса рейда было выявлено более десятка водителей, предпочитающих не замечать спецмашины. Водители, по всей видимости, просто не задумывались о том, что в этом авто, возможно, везут их близкого. И сегодня во время рейда и обычно, когда мы едем на вызов или срочно должны доставить больного в реанимацию, водители дорогу не уступают. По словам полицейских, этот рейд не единичный, только большие штрафы могут заставить отдельных водителей уступить дорогу спецмашине. В рейдовом мероприятии была привлечена автомашина карета скорой помощи. Были также зарегистрированы технические средства видеорегистрации, выявлялись машины, водители которых не пропускают данные средства. Также за небольшое время было выявлено более 10 автомашин. Это мероприятие будет продолжаться и дальше. Этот ролик сняли наши украинские коллеги. Хочется, чтобы каждый, кто не пропускает карету скорой, спешащий на помощь, поставил себя на место родителей героя ролика. Саида Турсуметова, Нургали Кошаналиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».